Книжку забросил, да? Подойди-ка, Самюэл. Слушай. Охрана. Песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью? Убогой работой. Ну, зато их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду? Да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. А, мне это нравится. Это еще что? А вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, Мелегро Верло. Сатимадаки. Ух, Косемус Конель. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Вамонос. Охренеть. Остальные все на позициях? En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. И долго ты это планировал? С того дня, как оказался здесь. Сэмюэл, живей. Некогда, нам нужно идти быстро. Ну, нифига себе. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Господи. Эти люди садисты. Мы избавим мир от них, а? Вот. Понадобится. Ты помнишь, как надо стрелять? Ну, как-нибудь вспомню. Абрантодос лас пуэртос. Гектор. Тут же вспыхнет настоящий бунт. Именно. Хаганло. Да, вижу. И что теперь? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Сэмюэл, найди укрытие. Что? Зачем?
Прячься, сказал. Ты в порядке? Да, все нормально. Сеньор Алькасар. Это в стане Камино. Хорошо. Есть ты гринго? Это гринго со мной. Семел, прячься! Семел, через минуту либо смерть, либо свобода. О, черт! Держи, Сэмюэл, пей. Нет, нет, спасибо. Мне сейчас ничего не надо. Давай, ты обезвожен. Вот, пей. Спасибо. Ну, куда теперь пойдет Сэмюэл Дрейк? Да, куда же я теперь? Приму ванну, сплю в настоящей кровати, может, подцеплю себе хорошую бабенку и найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да, ты прав. Ну, а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, я не знаю, нужно добраться до Штатов, а там видно будет. Сколько? Ну, я пока еще не начал. Но ты же знаешь, где оно?
Ну, да, знаю. Просто... Слушай, Эвери же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Но у меня есть хорошие зацепки. Так, так. Погоди минуту. Эй, 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 эй! Тихо, тихо! Ты мне нравишься. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я все найду. Мне просто нужно время. Да, нам ключи. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай, я все найду. Клянусь тебе. Сколько? Полгода. Люди ленивы. Они всегда просят больше времени, чем надо. 3 месяца. За 3 месяца не... 3 месяца. Мне половина. Справишься? Говори. 3 месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад, или чего доброго побежишь сдаваться в полицию, я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Ну, вставай. Самый ближайший город в 10 километрах туда, в сторону солнца. Давненько ты не видел восхода солнца. Vamos. Как мне тебя найти? Потом. Не бойся. Придет время, я сам к тебе явлюсь. Buenas suerte, Samuel. Вот. Алькасар меня отпустил и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали. Сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался. Все эти годы копает придурок. Ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Ну и... Вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука интернет. Такое можно найти. Просто крест Святого Дисмоса? Просто. Тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а это целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. Ну, круто. И где же он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси? Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? А, да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... А, ясно. Ты его украдешь. Не я. А мы? Что? Нет. Нет, Сэм, я не могу. Я завязал. Что? Нет, все, я больше такими вещами не занимаюсь. И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся. Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи. Да хоть Чарли Каттер. Нет. Вот, нет, к нему нет, я с этим нет, бы и пошел. Ни в коем случае. Я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты.
Но должен же быть и другой вариант. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Милая, это я. Да, слушай, ты не поверишь. Джеймсон только что привез разрешение. Да. Знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию.